Привет, братишки и сестренки, и мы продолжаем играть в Far Cry 3, и сегодня у нас на повестке дня... Так, блин, сегодня у нас на повестке дня только не вараны. Сегодня мы продолжаем выбираться из ямы с трупами. Да блин, что за конченый варан? Не, ну что, реально за мной гонится? Я тут по стелсу должен пройти, блин, а не от варана шарахаться. Поищите в лагере снаряжение. Окей, 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 окей. Конечно, я поищу. Что за херней тут воняет? Кто ты? Смердишь. Блин, шухер. Ты поссать не хочешь, а? Мне нравится, как он это прям телепортируется к врагу. То есть стоит, стоит, а потом только так... Блять, это по-вашему напасть неожиданно? Да отпусти его, нахер он тебе надо. Блин, параша, ну ёлки-палки. Мины. Вот только нахуй они мне. Ёпарес это. Где, бля? Кто, бля? Собака. Интересно, как собака относится к С4? Хз, как эта штука работает? Шухер! А здесь какой бросать? Левой, правой? Возможно. И не такое возможно. Собака. Блин, кто там звонит? Где телефон? А, да, тут уже бабло не влазит просто. Магазин прям встроенный. Ой, сразу все мои вещи, даже эта супер имбовая пуха. Предупреждаю, ваш могучий воин, но ходит как демон. Много ракет атаковало его остров. Выживших нет. Одного за раз, Деннис. Сначала вас, потом ходит. Ты говоришь о невозможном. Даже я не смог бы. Да ладно, Деннис. Все бывает в первый раз. Смело. Но доктор сказал, что твоя лодка почти готова. Скоро ты уплывешь. Так, знаете, что я тут заметил? Надпись на экране «Запись сохранена», и вот не факт, будет ли она видна вам. Так, поэтому на секундочку, мы сейчас тут как-то это делаем. Не понял, как же вызвать? Оверлей, блин, на экране. О, теперь его нету. Черт, не знаю, будет ли эта надпись на экране или нет, но сейчас вроде бы пропала. О. Да все, я чувствую себя прекрасно. Все, мое добро снова со мной. Там уже мертвый разговариваешь, да? Не понял. Сам съешь. Тут снова Армагеддон я устраивал. Хотя надо бы на вышку лезть. Так, вроде бы запись идет, нигде никаких косяков не должно быть. Да ладно, ребята, сперва вышка, а потом вы.
Чё, туда что ли прыгать? Да неужели может так? Какой-то чел тут отдыхает. Какая-то новая анимация, прикольно, прикольно. Туда что ли? Высоковато, блин. Неужели туда? Блин, ребята, да у вас вышки на честном слове держатся. Надо какую-то мини-габаритную пушку, чтобы она мне обзор не закрывала. Ноу-хау Юбисофта, да? Вышечки. Сколько всего можно исследовать, а? Ну и где это я? Угу, здесь еще целая куча лагерей. Так, а куда мне надо? Угу. Понятно. Понятно, понятно, понятно. Связь времен. Где же ты, Джульетта? Что ли, выполнить несколько этих побочек? Кипишные твари. О, кися. Блин, не хочу с вами воевать. Тут и кисю валишь или кого? С кем ты воюешь, чувак? Из-за вас, пидоров, кошак где-то убежал. Гори, сучара, сучара, блин. Где кошара, блин, сучара? А, вон, вы его завалили. Блин, это тигр, блин, это даже не то, что мне нужно. Ёкаламины. Вот мудилы. Тигру завалили. Так, ну на таком грузовике что-то, блин, желания кататься совсем нет. Ага, я здесь был, я здесь был.
Не хочу я ничего там развозить. 1000 метров? 1000 метров? Вы серьезно? А там никак нельзя это ускорить процесс? Так, очередное безумное испытание. Блин, сколько тут трупаков. Ну и что-то надо сделать. Только не снайперка. Двигаться можно? А, можно. Ух ты, отлично. Тир, блин! Прикольно. Бесконечно, даже не перезаряжать не надо. Он там что, ему помощь оказывал? Можно, конечно, с этого места свалить, но, по-моему, отличное укрытие. Ого, да я окосел. А ну да, должно же пробиваться. Не, ни хрена. Сорок секунд еще страдать ерундой. А ведь я бы мог к ним прийти. Кажется, я убил вас, а здесь вообще прям как в тире. Блин, не попал. По бегущим, конечно, смысла стрелять нет. Ох, как позорно я сыграл. Ну ладно. Бессмысленные задания. Померяться пиписькой, кто лучше стреляет в тире. Чё, японец? Так, там есть какой-нибудь кораблик? Хрен знает, здесь акула плавает. Но не все так плохо. Вот почему я к ним иду? Ну они же мне никак не мешают. Стоят себе ребята, никого не трогают. Садился бы в катер, довалил. Нет же. Взял и убил ни в чем не повинных пиратов. Ну, это, наверное, птицы такой зверские звуки издают. М-м-м.
Блять. Меня спалили. Нихер было меня трогать. Блин, еще одни. Ребята, надеюсь, вы наши? Вы ведь наши, правда? А чё, бадабум? Биг бадабум. Судя по карте, мне прямо. Достаточно близко, 600 метров. Вы наши? Надеюсь, наши. Вроде бы не стреляют. Судя по карте, мне куда-то в гору. А, мне в пещеру, наверное, надо. А, не пещера. Ну да, я понял. Я понял, куда мы идем. Так, может, сейчас будет секас? Как-то беззвучно все открылось. Блин, свалили нахер. What's up, man? О, там, наверное, проход открылся, да? Открылся? Открылся. Не, ну нафиг, черт, заставка. Уйдите. Какой командир? Я принес тебе сувенир. Как она так спиной поймала? Время пришло. Сорви с меня одежду. Выпей. Для слабого это яд. Только сильный сможет выжить. Прикол, конечно. Следуй пути. Ух ты, блин. Кажется, я стоны слышу. Блять, что за нахер? Это что за штука? Да-да, вставила нифигово. Круто! Куда тебе надо палить? В глаз? Да я-то бесстрашен, но эта херовина такая огромная. Прям серьезный Сэм. А, ему, наверное, в хлебало надо попасть, да? Ну, в рот, в смысле, не?
Ну прям как в серьезном Сэме. Чу-чу-чу-чу. Да вы что, гоните? Я должен в них, блин, стрелять? Да вы гоните. Бля, ничего попроще вы не могли мне дать для стрельбы, блин, по врагам? Давай, шо ж мать. Просто, ребята, блин, разрывные стрелы. ХЗ, куда тебе стрелять? Будем стрелять в голову. Блядь, что это было? Какая-то анимация. Что-то эти пузыри не лопаются. Что, отлетает от него маска или нет? Эх, ребята, аптечки закончились. Как с ним бороться? Выкуси! Не, взорвалась таки. Значит, я в прошлый раз не попал. Или это я в пальму, скорее всего, попал. Нет, таки можно в них попадать. Я-то сильный. Могучий, ты видела, какой могучий. Блять, что за... Чё-чё, горю. Штрик. Офигеть. Ух ты. Скажи мне, кто я? Кто я, блин? Ты воин. Ты живешь ради битвы. Каждый, с кем ты сражаешься, погибает и заслуживает этого. Блин, если бы не твоя татуха, ты была бы еще ничего. Джунгли вокруг. Ты рак яд. О, нормуля, вы все смотрели, как мы тут трахались. На той стороне острова вас и его пираты пробощают тела и души Ракья. Мы будем драться, пока вас не пойдет к нашим ногам. Мы войны Ракья! И я приведу вас в клане! Татухи у них похожи на это, на племя Маори. Было прикольно. Как я здесь оказался? Я иду за тобой, Вас.
Да, не факт, что мы успеем к тебе дойти в этой серии, но... Я иду за тобой, Вас. 13 новых навыков. 13 новых навыков. Не понял я, что это не вбухал, я же вроде бы прокачивал. Ха. Оно, наверное, тогда сбросилось или что, когда меня ранили. Странно. Я вроде бы ведь это все прокачал. Может, оно и к лучшему. Да, броник возьмем? Возьмем. Что это? Ячейка здоровья, ячейка здоровья. Есть, это полезная ветка. Так, броник, да? Вот, вот моя любимая ветка, да? Всякие тут трюки, так. Что ли, вот эту ветку качнуть, чтобы их одним этим кликом валить? Так, на всякие убийства ножом. Стационарное орудие. О, бесконечно долго бежать. Полезно. Реально, я ведь в это все вкладывал очки. Так, всякие набег. Что ли, эту ветку всю осилить, да? Чтобы же не париться. А ачивочку дадут? Там, в принципе, без остального можно жить. Ну, больше денег. Куда мне деньги? И так их девать некуда. Можно сюда, конечно, пойти. Можно транспортные средства. Так, бесшумно убейте нескольких врагов. Та-та-та-та-та. Блин, ради убийства тяжеловесов нужно столько всего выполнить. Пистолеты, пулеметы, дробовики. Быстрее меняйте оружие и меняйте положение. Так. Что же вбухать? Еще 5 очков осталось. Удар сверху, кстати. Кстати, да, там ведь даже у меня было, как я сверху чувака завалил случайно. Но потом меня убили, и, наверное, мой вложенный опыт сбросился. Хм, прикольно. И это я отдавал, ну даже не знаю, даже не знаю. Или может их оставить. Так. Трюк с гранатой. Пистолетов, пулеметов и дробовиков. Пистолетов, пулеметов и дробовиков. Короче, нифига я так вложил. Сохраним, блин. А чё? Снова миссия, снова нельзя сохраниться. Снова просру. То есть можно теперь вот так перезаряжать даже это, не выходя из режима. Прицеливание, да? Так, мне нужно туда. Мне нужно туда, они на что намекают? Чтобы я туда поплыл сам, что ли? Мне какая-то акула сожрала. На береге тут ничего нет полезного, ни хрена. Так, где я, собственно говоря? Хрен знает где.
Хрен знает где, на каком-то, блин, острове. Как я здесь оказался? Блин, неужели придется плыть? Да не сожрут меня акулы. Снова гора трупов. Как жизнь, бро? Интересный домик, без окон, без дверей. То есть я что, реально сейчас васа буду? Господи. Спасибо. Ты спас мне жизнь. Теперь ты моя. Куда ты, дура, блин, идешь? Где-то, дура, тебя захавали уже. Какие-то звуки у меня в голове. А, это там у них музло играет. Да там дискарь идет вовсю. И они даже не слышат стрельбы. Отлично! Чё, какая-то песенка известная? Ёпта, стриптиз! А зачем мне сюда заходить? Я ведь так могу. Ух ты! Блин, ё-моё, хотел посмотреть. Ладно. Сюрприз, мудила. Думаешь, я не знал, что ты приедешь? Я разочарован! Я так на тебя надеялся, Джейк! Черт! Такой, блин! Здесь повсюду огонь! Мошонку? Мошонку? Десять штук мои! Да жопой чую, будет YouTube жаловаться на эту музыку. Блин, я хотел стриптиз посмотреть. Блин, он явно конченый. Сам ты скотина. Не знаю, кто у вас там сидит, но пусть он побегает. Ух ты, ё, нифига себе, блин, рано. Надеюсь, тигр вас сожрет, козлов. Давай, тигра, жри, жри. Ой, простите, ребята, зацепил микрофон.
Сам ты больной. Я просто люблю убивать. А так я не болен совсем. Можно было бы взять снайперку, но... По-моему, из пулемета гасятся неплохо. Пойди их сожри, сожри их, блин. Не меня, а их, ты понял? Я тебя прикрою. Что там страшное происходит? Давай, тигр, всех их там покромсай. Да, и тишина. Бедный, бедненький. Жалко, ты не леопард. Иди там куда-нибудь, меня не трогай. Мы классный тандем, мы клево поработали, вальнули их всех. Да-да, теперь иди нахер. Это ты зря. Квикскоп, ё-моё. Вас, ты пидорас. Чё-то гранат нет уже для гранатомета. Я думаю, они тоже будут пополняться. Выходи, дерись со мной. О, галюны. Я тебе говорил, что такое безумие. Да брехня, у тебя что, такой же ножик был? Ты с Цитрой заодно? Нифиговые гликаны. Круто. Кто ты, Джейс? Что ты за человек? Убийца я, блин, еще тот. Весь мир балансирует, а я точка равновесия. Ух ты, круто. Не, блин, самый интересный момент на Васа переключилась. Думаю, я не спущу. Это я, а я это ты. Не, Вас, ты что, реально думал, что я не спущу? Ой, бля, Вектор. Вектор, та еще хрень. Та не, ну, блин. Да вы что гоните? Да сестричка у тебя такая же уродка, как и ты.
Бесшумное убийство. Ну прям как Ария Старк. Ух, жестоко, бля. Психоделично, однако. Да, понятно, что-то там Карл написал. Частично я понял. Ну что там дальше? Ты храбро дрался, воин. Встань, насладись победой. Она хочет сделать тебя воином. Ты облажался, Джейсон. Вас мертв. Нет, он всегда будет в моей голове. Он бросил меня, племя своих родных. Хойт Волкер соблазнил его деньгами, наркотой. Он стал чудовищем, но он был моим братом. Заплатит за то, что сделал. Тебе и моим братьям я заберу его жизнь. Твои друзья? Они уедут. А я останусь с тобой. Я рада этому. Не, когда всех перевалим, с кем валиться тогда? Я встретил шпиона по имени Уиллис. Он проведет меня на остров Хойта. Умно. Ракьет будут скучать по тебе. Неужели? Вернись ко мне. Да давай на дорожку. Кракьет. И тут она куда-то исчезнет, как они любят. Магия. It's a magic. Покиньте храм. А вышка хрен знает где, да? Угу. Очень-очень далеко. О, так ты не исчезла. Алло, я здесь. Блин, ну если бы не твои татухи, реально было бы лучше. Ладно, валим с этого славного храма. Братья, возрадуйтесь вашему лидеру.
Джейсон! Уже уходишь? Деннис, я... Ты все еще работаешь на Цитру? А? Мы такие разные. Ты и я. Когда-то мне пришлось побывать в шкуре иммигрантов в Штатах. Я работал механиком в гараже. Все смеялись над моим акцентом. А хозяин платил мне меньше, чем остальным. Они хотели... Ну, чё ты жалуешься, чел? Унизить меня, сына генерала Либерии! Меня унизить! Но я-то знаю... Кто я такой? Цитра освободила меня. Но не дала. Она со мной. Желаю удачи, Джейсон, в твоей миссии. Да. Бутылка пустая. Еще одну, пожалуйста. Ты стене сказал? Да. Поговорите с друзьями. Друзья в какой-то дыре должны быть. Блин, не вижу, не пойму, где. А, вот они. Да вы гоните. В бумажнике нет места, и поэтому я не могу это продать. Да вы гоните. Да вы реально гоните. Ну и что мне сделать? Пополним боезапас. И продадим весь этот хлам. Как я гениально придумал. Вот не знаю, понадобятся тигры или нет. Если понадобится, думаю, мы их еще встретим. Шкура леопарда. Надо стараться поменьше всякого добра нагребать. Так, снайперку я бы перенес какую-нибудь. Или пусть на втором месте будет, в принципе. Снайперские винтовки. Есть, есть, но у меня совсем другая. О, нифига себе, боезапас пополнил. Там все на свете. ИС-4. Так, где эта дыра? Угу. Ну да. Хорошо, лодка почти готова, и мы можем вернуться домой. Я не поеду. Что? О чем это ты? Я нашел свое место. Оно здесь, на острове. Джейсон, ты серьезно? Лиза. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Впервые в жизни я точно знаю, чего хочу. Я не упущу эту возможность. Ты совсем взрослый, я целую вечность этого ждала. А
Теперь ты уходишь. Прощай, Лиз. Короче, сюжет. Их захватят. Эту сраную лодочку точно захватят. Прости, Лиза, я нашел другую. Просто иди. Не такую. Всю в татухах. Йоу, мэн. Пыхнем на дорожку. Оля. Эй. Слушай, хватит гундеть, потому что Оля остается здесь с доктором Мэн. Ты должен вернуться. Зачем? Ты знаешь, зачем. Сказать маме. Черт. Ладно, ладно. Я сделаю. У этого блондина, походу, вообще мозгов нет. Береги себя. Ладно? Ты тоже. Я буду скучать. Так. Удачи на Уолл-стрит. Это все суета. Будь сильным. Ага. Пока, бабёнки. Пока. Тяжело. Хуже, чем я думал. Ладно, к делу. Итак, агент Уиллис. Да, агент Уиллис. Сейчас разберемся. Ну, не сейчас, скорее всего, а в следующей серии. Так, сохранимся. Глянем, что тут у меня с навыками. Так, доступен один навык. Так. То есть со снайперки я буду стрелять точнее? Со снайперки? Угу. Так. Кстати, да, а ну тот татушечку. Посмотри татуировку. Ого, нифига себе татуировка. Жесть. Что ж, ребятки. На этой ноте я с вами прощаюсь. И следующее задание будем выполнять. Ух ты. И следующее задание будем выполнять уже в следующей серии. Я так понимаю, там будет что-то глобальное. Здесь, в принципе, тоже глобально все закончилось. Он изменил своей девушке. Подонок, с татуированной. Я даже не знаю. Рак-яд. Ну и куда, я даже не вижу, где карта. А, вот она. Ладно, сюда я вернусь. В следующей серии. Давайте, ребята, до скорой встречи на канале. Пока-пока.